14 жовтня в Україні відзначають День захисника країни. Офіційно це державний вихідний. У 2017 році свято припадає на суботу, тому вихідний переноситься на понеділок, 16 жовтня. Таким чином матимемо три вихідних поспіль. У ці дні для дніпрян організовують святкові заходи. Про це ми зараз поговоримо із гостею нашої студії. Наталія Шуліка, координатор Центру допомоги бійцям АТО та їхнім рідним при Дніпро-ОДА. Добрый вечер, наши гости. Итак, мероприятия, которые пройдут в нашем городе на День защитника Украины. У нас уже такой фестивальный город, город праздников. Я думаю, что в этот раз что-то особенное готовите. Вы знаете, на самом деле я вот перед этим днем задумалась, как долго у нас существует этот праздник. И всего-то четвертый раз мы отмечаем День защитника Украины. Хотя, мне кажется, что он уже настолько лаконично вписался в нашу историю, что вот, ну, мне было удивительно, что всего лишь четвертый раз. И с каждым годом действительно программа становится все более обширная, все более красочная. И в этом году мы хотели сделать акцент на том, что это праздник все-таки всех нас. Мы не делаем вот как бы такого разграничения, да, что есть воины вооруженных сил Украины, есть там, скажем, нацполиция, есть МЧС, и каждый из них это наш защитник, да, то есть мы это День защитника Украины все-таки, и вот в том или ином роде каждый из нас может себя считать защитником Украины. Тот же волонтер, он не защитник, он защитник. Солдат на передовой, медик в больнице. Ну, то есть вот эта война, она внесла вот такую, скажем, коррективу, да, в нашу жизнь, когда, ну, вот почти каждый может сказать, да, я защитник Украины. Получается, что это не только, вот как в Советском Союзе был праздник мужчин, да, не только служивших в армии, а вообще мужской день, да? Да. Получается, что вот этот день, он не только мужской, потому что более воюют и женщины, и волонтеры, женщин очень много. Да, нам надо закладывать более широкое понятие в, как бы, вот в самом начале, как только мы начинаем праздновать, да, четвертый год, и я думаю, что нам надо расширять границы этого праздника, чтобы мы ни в коем случае не говорили праздник мальчиков, праздник девочек, а что это действительно такой вот всенародный праздник. Начинаем мы наше мероприятие с марша, марш-парад, который состоится возле обладминистрации. Собираются, опять-таки, подразделения вооруженных сил Украины, МЧС, Нацгвардия, Нацполиция. Обязательно мы приглашаем демобилизованных, которые будут собираться в свои коробочки, каждое подразделение. Максимум. Мы хотим позвать максимальное количество ребят, которые могут пройти в составе коробочки своего подразделения. Ну вот, например, я точно знаю, 20-й батальон будет, 93-я бригада будет, 25-я бригада будет. Вот мы приготовили флаги всех бригад, которые формировались, всех воинских подразделений, которые формировались у нас в Днепропетровской области. То есть мы хотим показать максимальное количество людей, которые могут гордо сказать: «Я защитник Украины». Мы приглашаем семьи погибших. Обязательно они тоже пойдут в этом параде, потому что это день, когда мы отдаем уважение, дань памяти и уважение тем, кто погиб, защищая Украину. Парад пройдет, начиная от здания обладминистрации, мимо аллеи памяти. Отдадут честь военнослужащие, действующие нашим погибшим ребятам. И дальше парад пойдет по проспекту Яворницкого и до музея АТО. То есть следующая, как бы, локация — музей АТО, там будет сцена, там будет ряд мероприятий, которые организованы нашим городским управлением по работе с участниками АТО, там будет награждение, будет поздравление, будет концерт, в котором будут принимать участие наши лауреаты песень, народженных в АТО. Диск вышел, да, диск вышел второй, да. В общем-то, тоже как бы у нас уже такое
знаковое мероприятие было этот концерт, который на прошлой неделе состоялся в Киеве, презентация второго диска. Вот, ребята, участники приедут к нам 14 числа, будут выступать и возле музея АТО, и вечером возле обладминистрации. Музей будет работать для всех желающих, можно будет посетить музей, послушать экскурсию. И в 11 часов мы хотим там провести поминальную службу в зале памяти. Мы приглашаем семьи погибших туда, чтобы еще раз как бы вспомнить о наших защитниках. Дальше мероприятие в 6 часов вечера продолжится возле обладминистрации. Будет установлена большая сцена. Начнется большой праздничный концерт. Откроют его, опять-таки, солисты, наши лауреаты нашего фестиваля. Дальше будет очень интересная казацкая такая фолк-группа «Ангажементная Вевторок». Они исполняют такой казацкий рок. Открытие наше прошлогоднее. Это местная группа. Да, да, вот, да, да. И после этого будет певица Алёша. Все как бы знают, вот почему я как бы и говорю, что мы приглашаем не только участников АТО, не только военнослужащих, потому что праздник будет для всех. Будет вот ну, такая... Мы хотим создать, вы знаете, такую атмосферу вот действительно какого-то народного гуляния. С шариками, с пряниками, с карамельками, с разного рода сувенирами. Это все бесплатно. Это все будет как бы для того, чтобы наши граждане понимали, что у нас появился новый праздник. Национальный праздник. Вот, и чтобы у нас, ну вот как, я думаю, два ключевых праздника должны быть вот такими знаковыми для Украины. Это прежде всего День независимости, и вот второй праздник, который вот мы хотим, чтобы он был тоже таким большим и грандиозным, это День защитника Украины. Вы сказали, что будет такой парад-марш. Как-то репетируют участники, или это будет вольный стиль? Нет, они будут нет. Как-то организованно? У нас состоится... Всегда это так красиво, да особенно нас... военные. Да, состоится 12 числа у нас генеральная репетиция, будут ключевые подразделения, которые будут участвовать в этом марше. Также будет возложение цветов на аллею памяти. То есть это все-таки такое торжественное очень мероприятие, которое должно быть четко очень, ну вот как мы привыкли, да, что такое парад. Это шаг в шаг, это... Ну это строевой, да, шаг, и это торжественно, и это празднично, и очень организованно. Да, да, да. Обычно происходит. Да, вот и кроме того, я сразу не сказала, у нас будет наши курсанты Университета внутренних дел, они в этот день примут присягу возле обладминистрации. 300 курсантов у нас будут принимать присягу. То есть очень такое вот торжественное будет масштабное мероприятие. Ну, это символично, это хорошо. Да, вы сказали о том, что будут там украшения, всякие шарики, подарки. А вот как относитесь к тому, что у нас обычно на такие дни, День города, День независимости, у нас шарики с политической символикой Нет. очень часто в городе появляются, так под шумок, поздравить, но о себе напомнить. Я хочу сказать, что мы... ну, как бы, шарики и подарки – это как раз моя сфера ответственности, у нас не будет политической символики. Ну, это же не только вы можете подготовить, вот, есть другие нас, силы. Да, у нас будут шарики желтые и шарики голубые, слоган этого праздника «Пышаюсь нашими захисниками», вот, никакой политической символики не будет, а как бы с учетом того, что мы знаем, да, через два года у нас состоятся выборы, и мы понимаем, что сейчас, ну, как бы вот процесс, скажем так, рекламы разного рода партий, да. он есть. Ну, я вот, как мое мнение, да, я бы деньги на шарики в данной ситуации не выбрасывала. Потому что, ну, есть более насущные задачи, чем шарики. Ну, это вы, потому что вы не политик, наверное, да, поэтому вы бы не выбрасывали. А некоторые политики не упускают шанс напомнить о себе. Понятно, что ребенка не заставишь и никак не отговоришь, да, шарики и шарики, детки не читают, что
там написано. Ну, вот такая тенденция. Да, к счастью, детки есть. Не читают. Конечно, я не считаю нужным эти шарики, как бы был инцидент, когда там эти шарики лопали, там других политических партий. Вот. Но на сегодняшний день есть куда больше, ну, скажем так, куда необходимо вложить куда, эти деньги. Конечно, да. Да. И что-то будет на следующий день, да? Да, мы организуем спартакиаду для участников АТО и волонтеров. Это вторая спартакиада. Первую мы вот делали год назад, 8 октября. В этом году мы решили приурочить ее к Дню защитника Украины. Вот. И мы приглашаем в спорткомплекс «Метеор» участников АТО, волонтеров, членов семей участников АТО. Это несложно. На самом деле мы не бьем, да, спортивные рекорды никакие. Для желающих можно будет поучаствовать в троеборье. Это стрельба, бег, плавание. А также можно будет в соревнованиях по настольному теннису и бадминтону. Здоровый образ жизни мы всегда пропагандируем, то есть у нас в течение года было достаточно много различного рода спортивных мероприятий для участников АТО. Это, ну, как бы кроме здорового образа жизни, это возможность еще раз встретиться, пообщаться, получить вот какой-то такой позитивный заряд энергии. И я хочу сказать, что у нас в этом году очень активно регистрируются районы нашей области, что вот не может не радовать. Если в прошлом году у нас было около 150 участников, и это был вот исключительно Днепр, то сейчас у меня вот, ну вот сегодня буквально обрабатывала заявку Павлоградский район, Межевской район, то есть даже далеко находящийся Кривой Рог. Разрастается. Да. Да, к счастью, как бы есть поддержка такого вот нашего направления спортлиги АТО. И я надеюсь, что спартакиада тоже принесет вот такой вот какой-то позитив, и для ребят будет возможность зарядиться энергией и хорошим настроением. Успокойте горожан, ничего перекрываться не будет в этот день. В этот день мы перекроем движение на проспекте Варницкого на время нашего парада. Угу. Это будет ориентировочно, это коротко, да. Это, ну вот, максимум там где-то с 10:30 до 11:00. Угу. И вот, ну, как только колонна пройдет, сразу же движение будет открыто. Понятно. Приглашайте. Да, я приглашаю всех жителей нашего города принять участие в таком прекрасном празднике, День защитника Украины. Мы можем сказать спасибо всем, кто нас защищает. Мы можем поддержать ребят, которые сейчас на передовой, хотя бы морально, хотя бы вот таким вот как бы энергетическим посылом. И мы, к сожалению, забываем поблагодарить тех, кто действительно стоит на защите Украины. Это их праздник, это наш общий праздник. Приходите, будет прекрасный концерт, будет хорошая программа. Приходите, мы ждем вас. Спасибо большое. Желаю вам воплощения всех задуманных идей. И спасибо за визит к нам в студию. Спасибо.